В Израиле состоялись похороны Самуэля Виленберга, последнего из остававшихся в живых бывших заключенных нацистского лагеря смерти Треблинка и одного из всего нескольких десятков выживших там. Виленберг скончался в прошлую пятницу на 94-м году жизни. На церемонию прощания собрались сотни человек, среди них президент Израиля Реувен Ривлин. Самуэль Виленберг, уроженец польского города Ченстахова, попал в Треблинку в числе партии из 6 тысяч человек. Его определили в трудовой лагерь Треблинка-1, что позволило избежать немедленной смерти. В 43-м году Виленберг принял участие в восстании и сумел бежать из лагеря, перебравшись через забор по груди тел заключенных, расстрелянных охранниками. В конечном итоге он добрался до Варшавы, где присоединился к сопротивлению. После войны он переселился в Израиль, где в конце 80-х опубликовал мемуары. В Треблинку он приезжал в 2013-м на церемонию в честь 70-летия восстания.